На завершение атаки почему не попробовать? Потому что до ворот было 20 метров, тем более у Алабы мяч был... Но он еще и мог выручить. Реал, подача, Тиаго Алькантера, удар, гол! Гол! Бавария шестым угловым и пятым с этого фланга все-таки забивает. Да, Артур Видаль забил гол великолепный, продавил, выпрыгнул, просто вонзил мяч в сетку. Не зря на него подавали первые две передачи с углового. И вот он нашел свой момент, уже в центре штрафной открылся и забил сумасшедший гол. А может быть и не надо было. Под правую опять убирает. Кроссы. Здорово. Проиграл, проиграл Робен. Передача Артура Видаль. Ух, вот эта голова Артура Видаля сейчас могла быть стать действительно королевской, да, с короной на голове, потому что Арьен Робен здесь слишком строгий к Мюллеру, да. А здесь Роналду развернулся, удар, Мануэль Нойер. Так, с места почти Криштиану Роналду пробил, поэтому, может быть, не очень сильным ударом. Получился не такой не роналдовский удар. Сейчас Рибери. Один замах, другой Рибери. Удар. Мяч, по-моему, в руку попал. Да, в руку, да. Да, да, да. Пенальти. Да. Даже в динамике было видно, что действительно мяч попал в руку. Это было опасно. И это, ну, по-моему, стопроцентный пенальти. Но посмотри, как здорово Рибери. Понимает, что не проходит удар. Раз. Бег. И... Опа! Во дворе тогда говорили, Жухова доказала, да? То есть, ну, не было этого пенальти. Пол защиты Хаби Алонсо, 14-й, Артура Видаль. 23-й, чуть выше. Опасно! Гол! Гол, гол, гол! Даже я не успел состав Баварии назвать. К нему мы вернемся позже. Наконец-то! Наконец-то он забил! Евгений! Да, хороший момент. Давайте ждать повтор. И вот так вот с места в карьер начинает второй тайм Реал. Покажи. Модрич! Модрич! Прострел! И Гарабил! Вот эти на бреющем полете передачи, конечно, шикарные у игроков Реала. Ну как сейчас Нойер с... Карвахаль! Карвахаль! Бензема! Какой же Мануэль Нойер, Нойер красавец, а! Какая передача сделала, сейчас он сам в штрафную. Роналду! И опять Мануэль Нойер! Что он делает? Что делает этот... Может быть, лучше сосредоточиться на обороне. Передача Роналду! И все-таки... И все-таки... и все-таки гол. Марко Асенсио выходит и делает голевую передачу. А Криштиану Роналду, обладатель золотого мяча, выводит Реал вперед. Вот так он не забивал 6 игр подряд, а сегодня отметился дублем. Он забивает тогда, когда Реалу надо. Да, действительно, и в начале...